Всем привет! Сегодня собрал для вас интересные идеи с поддонов для мастерской и гаража. Поехали! Начнем с самого простого. Если вы топитесь дровами, то заготавливать их все равно придется. Поэтому козы для распиловки вам точно будут нужны. Это простой вариант, сделанный из двух поддонов. При этом в запаснике осталась еще куча досок для него для каких-нибудь других проектов. На какой гараж или мастерская без верстака? Такой рабочий стол можно сразу сделать максимально удобным по высоте. А благодаря практичным зазорам между досок столешницы, удобно крепить материал струбциной. Если же у вас верстак уже есть и все устраивает, то такой можно использовать для наружных работ. Для покраски, например, или шлифовальных работ. Где бы вы ни находились, посидеть и отдохнуть все равно хочется. На рабочей территории тем более. На всякого рода табуретках не расслабишься, потому что обязательно нужно, чтобы спина отдыхала. Отличным вариантом может быть скамья со спинкой. К тому же нижнюю часть можно использовать как полочки. Ну а во время отдыха почему бы во что-нибудь не сыграть и при этом получить подарки? Ведь в очередной раз создатель викингов проводит конкурс, где главный приз 2 iPhone XS и суперприз новенький MacBook Pro. Кстати, они разыграли уже 30 айфонов и 12 MacBook'ов. И это здорово, ведь выигравших так больше. А если кто не знал, викинги – это те самые ламповые стратегии из 90-х и нулевых, которые все так любили залипать. А теперь это в нашем мобильном и онлайн. Викинги – это постоянная борьба между кланами, захватнические рейды и куча интересных квестов. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео, и вдобавок вы получите 200 голды и бесплатный щит. Теперь о конкурсе. Все очень просто. Хотите выиграть iPhone XS, скачайте викингов по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть суперприз MacBook Pro, просто достигните самого высокого уровня до конца месяца среди всех остальных участников. Розыгрыш состоится 4 февраля. Все подробности, как забрать свой приз, в группе ВКонтакте. Ссылки также будут в описании. Но разместить кое-какой инструмент и метизы поможет стеллаж. Стена – это наиболее удобное место для размещения всякого рода инструмента. На этот стеллаж навешиваются небольшие ящики и держатся на нем за счет запила досок в 45 градусов. Кто знает, как называется этот вид крепления, напишите обязательно в комментариях. А как насчет того, чтобы затеять целое строительство из поддонов? Вот вам такой пример. Поддонов, правда, уже потребуется немало, но, по крайней мере, это намного экономичнее, чем любое другое строительство. Итак, стены тут два ряда по высоте. Снаружи и изнутри каркас усилен нашитыми досками. Крыша сооружена из стропильных ферм, которые были изготовлены отдельно. Ну а покрытие было из шифера. Экономить, как говорится, так экономить. А также по поводу утепления тоже было не забыто. Что самое популярное и недорогое? Конечно, пенопласт. Так как это гараж на две машины, то и ворота тоже, опять-таки, в данном случае должны были быть большими. Систему сделали подъемную. Как всегда, все ссылки на полные и подробные ролики с этими самоделками вы найдете в описании к этому видео. Если вам понравилась эта подборка, не забудьте поставить лайк и поделиться роликом в соцсетях. Ну и подписывайтесь на канал, впереди очень много интересного. Всем добра и всем пока!